Нас сьогодні завітали голова громадської організації «Доступний світ», організатор проєктного спортивного інклюзивного майданчику Наталя Кучеренко та позаштатний радник міського голови з вирішення питань людей з інвалідністю Ольга Виноградова. Вітаємо вас! Доброго. Хотілося б дізнатися в першу чергу про мету створення цього проєкту. Хочеться почати з того, що спортивний інклюзивний майданчик – це спортивна площадка для всіх людей, адаптована для людей з інвалідністю. Тобто на ній зможуть займатися всі. И люди на колясках в том числе. Широкая цель проекта – это убрать барьеры в коммуникации между обществом и людьми с инвалидностью. А если быть точнее, то площадка станет пространством для физической реабилитации людей с инвалидностью, где они смогут поддерживать свое здоровье, и пространством для общения, что не менее важно, потому что в нашем городе не так много мест, где люди с инвалидностью смогут провести свой досуг, а вот те люди, которые не так часто выходят на улицу в меру физической возможности, они не могут просто идти по улице, с кем-то познакомиться, завести разговор, а спортивная площадка – прекрасное для этого место. Хотілося б тепер дізнатися, ми розуміємо важливість цього проекту, а ось його основні відомості, в чому полягає він взагалі? Ну, смысл в том, чтобы помочь людям начать общение с обществом и проходить таким образом физическую реабилитацию в том плане, что не каждый человек, даже после получения травмы, может дома, например, себе организовать такой спортивный уголок. То есть, а когда будет существовать спортивная площадка вне дома, то есть люди смогут собираться там, также самообщаться, и это будет вырабатывать даже толерантное отношение к людям с инвалидностью. То есть, таким образом общество наше сможет понимать, что есть и такие люди, и воспринимать нас как полноценных членов нашего общества. Я планую створение спортивного инклюзивного майданчика, как проходит им реализация? В данный момент уже подобран перечень тренажеров, которые будут на этой площадке. Мы тщательно занимались этим вместе вот с Олей Виноградовой, с ребятами из клуба инвалидов «Виктория». В перечень тренажеров входит оборудование. Скажем так, это будет комплекс, минимальный комплекс, который нужен для элементарных занятий, для поддержки, то есть физической формы каждый день. И в то же время ребята, которые профессионально занимаются спортом, они смогут тоже найти там для себя занятия. Мне немножко хочется вернуться вот к вашему вопросу, да, и немного статистики сказать. В нашем городе 30 тысяч людей с инвалидностью, из них 700 человек на колясках. Кроме этого, мы сами понимаем, насколько много людей с ограниченными физическими возможностями и с проблемами опорно-двигательного аппарата. У нас на весь город нет еще реабилитационного центра для взрослых, нет тренажерного зала, ни одного адаптированного. Я уже не говорю о том, что они коммерческие, не каждый будет иметь возможность туда прийти. Наша площадка планируется, мы планируем ее разместить в парке Лески, и она станет как пилотным. Мы хотим, чтобы это был пилотный проект, и дальше такие площадки появились в других микрорайонах города, потому что, конечно, одна площадка не решит вопроса, это должно быть везде. Чому саме це було місце обрано? Чи є якісь особливі причини? Ну, це місце вибиралось в плані удобства. Тобто там хороша транспортна розв'язка. Все-таки у нас в місті із доступного транспорту це тільки тролейбуси, хоча їх дуже мало, ще раз хочу зробити на цьому акцент. Да, то есть рядом остановка, можно добраться на троллейбусе, в принципе, с любой точки города практически. Плюс в этом микрорайоне, в близлежащих домах этого парка, тоже проживает очень много как взрослых людей с инвалидностью, так и детей с инвалидностью разных нозологий. И сам парк, в принципе, он практически беспрепятственно, по нему можно передвигаться, добраться до этой площадки и там провести время или позаниматься, или просто пообщаться, у кого какие интересы будут. Створення першого майданчику є пілотним, але хотілося б дізнатися, чи є у вас якийсь таймінг реалізації, до якого часу ви хочете вже створити майданчик і відкрити його для миколаївців? Хочеться зробити це до октября, для того, щоб вже заказати це обладнання,
Естественно, нужно время, чтобы его изготовили, чтобы его установить, открыть, и чтобы это было уже сделано в этом году, потому что зимой оборудование не устанавливается. Нам в таком случае придется ждать до весны, если мы не успеем этого сделать. У вас є велике бажання до створення проєкту, у вас вже є напрацювання і дійсно проєкт до створення спортивного інклюзивного майданчику, але для того, щоб його реалізувати, як би не звучало прагматично, необхідні кошти. Які кошти необхідні і яким чином має реалізуватися збір коштів на створення? Стоїмость спортивного обладнання 121,5 тисячі гривень. Сбор проходит в социальных сетях. Мы подаем заявки на грантовые конкурсы. Обращаемся к людям, всем, кто желает помочь, совершенно любыми суммами, потому что из маленьких сумм собираются большие. Так что мы верим, что у нас все получится. И хочется отметить самое главное в нашем проекте, что... Занимается этим проектом непосредственно целевая группа, люди, которым нужна эта площадка. Мы понимаем важность, мы понимаем, что должно быть на этой площадке, чтобы она была востребована, чтобы она действительно помогала людям достичь тех целей, которых мы ставим. Допомогти у створенні цього майданчику можуть абсолютно усі небайдужі миколаївці, перемістивши кошти на карту банку і перемістивши кошти, які реквізити ви можете бачити зараз на своїх екранах. Мінімальна сума, я розумію, ви приймаєте будь-яку. Абсолютно будь-яка сума, да. Це може бути 1 гривня, 5 гривень, 20 гривень. Із таких сум, навіть із мелочі, збирають огромні суми на проєкти. Збір коштів вже розпочато, чи є вже якась сума, яку так, розпочато, є перші надходження в сумі 350 гривень, це 3 поступлення, тому старт у нас вже є. Є інформація о нашому проєкті, є на страниці організації «Доступний світ» на Фейсбуці. Крім того, в зборі средств нам допомагає громадянська організація «Оберіг». На этой странице также размещены реквизиты. И хочется отметить, что данная площадка будет иметь большое значение не только для людей с инвалидностью, у которых инвалидность по здоровью, но и также и ребят, которые пришли из АТО и приобрели инвалидность в АТО. Это сейчас очень актуальная, самая, наверное, больная такая тема в нашей стране, и вот в частности девочки из организации «Оберег» подключились в наш проект, потому что они очень тесно общаются с ребятами АТО и понимают актуальность этой темы. Немаловажливим фактом є те, що цей майданчик дійсно буде доступним та відкритим, він буде безкоштовним. Так, ми збираємо средства на цю площадку, закупаємо обладнання, передаем в собственность парку Лиски, и парк устанавливает, берет на баланс, и это будет обычная спортивная площадка, как любая площадка, которая стоит в парке. А ось окрім збору коштів, чи необхідна ще якась допомога, наприклад, від приватних підприємців, які можуть зайнятися установкою обладнання? На даний момент установку нам предложили сделать администрация парка. Вот. Уже в процессе, я так думаю, что нам понадобится помощь, возможно, в стройматериалах или там, сварочных каких-то материалах. И тогда, естественно, мы будем обращаться що ж, я за помощью уже по мере необходимости. Хочемо нагадати нашим телеглядачам реквізити, за якими вони можуть допомогти нашому місту дійсно встановити спортивний інклюзивний майданчик. І ще раз нагадати нашим телеглядачам основну важливість і основну мету створення, що дійсно наскільки необхідний цей майданчик для нашого міста. Он очень необходим в том плане, что люди с инвалидностью очень часто замыкаются в себе и закрываются у себя в домах. Так как у нас сейчас в городе начала работать программа по установке пандусов в домах многоквартирных, где живут люди с инвалидностью, то есть это помогает нам привлекать уже больше народу к общению, то есть выводить их на улицу, в социум. И эта площадка будет служить и
еще как психологическая и социальная адаптация для людей с инвалидностью, ну и не только. То есть у нас общество немножко не готово еще нас воспринимать как равных. То есть, а благодаря этим коммуникациям, которые будут проходить на такой площадке, они будут понимать, что мы все такие же люди, нормальные, адекватные, вполне здравомыслящие, назовем это так, да, и что мы готовы к общению, и даже, может быть, в будущем, благодаря этому всему, мы сможем какую-то пользу принести нашему обществу і государству. Дійсно бачимо важливість цього проєкту. Бажаємо вам сил, наснаги. Сподіваємось, що усі свідомі миколаївці, небайдужі миколаївці допоможуть до створення цього спортивного інклюзивного майданчика. І вже зовсім скоро, до жовтня місяця, будемо анонсувати відкриття спортивного інклюзивного майданчика у нашому місті. Нагадую, що до нас сьогодні завітали Ольга Виноградова, позаштатний радник міського голови з вирішення питань людей з інвалідністю, та Наталія Кучеренко, голова громадської організації «Доступний світ», організатор проєкту «Спортивний інклюзивний майданчик».